Здорово, господа. С вами Про Нагибатор. Я говорю прямо туда. Неопапа, и сейчас будет еще один летсплей на Инвокера, ребятки. Гайд на Инвокера, еще один. Опять это капитан мод. Капитан напикал, не я выбрал, а я тут под шумок решил стянуть Инвокера. Во, смотрите, он тут трепла. Меня еще сольют. Дестер, пойди на отводы. Да, еще меня могут слить спокойно. Я серьезно буду меку варить. Потому что больше некому. Понятное дело. Ладно, тут видите, напикали, в принципе. Ну, в принципе, неплохо мы напикали. Да нормально напикали, в принципе. Хорошо. Да нормально нет, поверь. Это фиговый пик. Хуже даже не придумаешь. Да не, ну у меня хоть инвокер попался нормально. Да что твой инвокер? Алексей нашел свой друг, который сделал предложение. Я потащу, то я в прошлый раз проиграл. Чувачки, проиграл в прошлый раз, а в этот уже решил отыграть. Ну тут у них опасный герой, я же говорю. Да, все таки за убийство крипа, хоть я его солью, хоть что-то его поддают. Небольшой, но... Но дают. Мы можем не бояться здесь стоять. Да. Сука, усыпит же сейчас, смотрите. Ага, обходит, смотрите, кренделек. Зря я ему сразу так дал. Давайте его покоцаем. Кофе. На, шичку. Ну он меня, видите, не подпускает. Больше веток, больше веток. Я, короче, понял, Magic One Days, там, Мега, может быть, не знаю, в перспективе. Да-да-да, тут меня сейчас сольют, они там усыпят. Ну, мне лучше с ними не перекидываться. Вот сейчас смотрите, крипы должны. Сейчас целая пачка крипов должна подойти, чуваки. Я вам говорю, они же их не сделают. Ой, да они не сдержат куда там. Да, видите, вар все-таки неплохо. А идите вы нафиг, смотрите, Филка что творит. Можно было с ней перекидываться, но неохота. Неохота, ребятки, неохота. Ну, это снова будет, я говорю, самый сильный. Это вексовый инвокер. Сука, там отвод, по-любому там отвод делается. Да, я тут не сильно крипов сливаю. Вот сейчас надо, можно было. Не, давайте уже, ребятки. Лучше я вэшку сразу сделаю, потому что... КД. Не, я не тебе, я... Это Ага. Это мои подруги. На, друг. С кем ты решил перекидываться? Смотрите, он с инвокером решил перекидываться. А что делать? Очень сильно лагает случилось. Дорогие парни, ну давайте отсаживайтесь про свою подругу. Какой именно мужчине едет? А, побольше, чем она. Чтобы это было интересно. Джага, может, крутилку заберем? Прислал. Блин, это не наш вкус будет. Ну, тут я не знаю, чуваки. Тут я, вот смотрите, он сейчас меня если сыпанет.
Будет плохо. Третий левел, не пятый. Четвертый. Они больше, чем я левел, ребята. Вот эти вот нормально контролят. Они больше, чем я левел. Да, они уже, я не знаю, но там контроль видно. Жага, ты сам убегает. Я этого бегу. Ничего, я тебя потратил. Уже здесь 15 лет передали, да. Сначала по молодости 15 лет казалось, что мало, из-за чего я вижу. Три маски уже купил. А потом, когда все, что я видела, оно происходило. Это сколько еще усыпит, то будет очень плохо. Да пошли вы нафиг, ребятки. Смотрите, что они хотели сделать, а? А потом уже начали мне подписывать. Вы видели это? Так ты же можешь. Хотели батю слить. Ладно, давайте покачаем. Вот наконец-то нормальная пачка пришла. На какой? 6-й минуте. И вторая. Ой, друг! Не дают, они не дают. Да пошли вы нафиг, мне надо левел получить. Я всегда говорю, что я посредник, отвечаю за что-то. Мне хоть левел надо получить. Да давайте качнем его. Да, давайте разок качнем, чтоб хп у нас больше росло. И мне кажется, что девушки, которые идут и просят, чтобы им превратили мужчину, это вообще безумные девушки, и на мой взгляд, они не пожалеют и получать мужчины, потому что такими вещами нельзя любовь приворожить. Вы другого мнения? Полностью, в данной ситуации я полностью с вами согласна. Приворожить, я работаю, я не зарабатываю. Чем же вы, скажем, негуманно относитесь? Вы Аркану собрать? Ну, чуваки, они норм, контролят все дела. Я начинаю с того, что приворот – это есть порча, это плохо, я не начинаю. Да, но я не убежал. Ну, зато хоть слили. Так. Зато хоть слили, ребятки. Чтобы иметь сумму денег. Да, блин, ну, в принципе, так неплохо. Давайте мы тут уже в такой игре что-нибудь нормальное, это навряд ли получится собрать, поэтому собираем. Поэтому собираем, давайте, опа, то, что есть. Мелочь, мелочь, мелочь. У нее только один батл. Может, она сразу на дизоль копит? Ой, трое, блин, ну одни керри у нас. Ребятки, у нас одни керри. Давайте разбег возьму. Живулек или паренек? Да, тут видите. Да. Всю жизнь с пеленок, да. Чуваки, тут, я не знаю. Жник, конечно, пик. На мид куда-нибудь пойдите. Танки есть, все дела, ну а у нас, видите.
Давайте забивать уже мат. Не идем. I'm well aware of it. А, чуваки, ну, бомба, я видите, подготовил, но... Such tedium. Давай разгон, потом я на него колдснап кину, если получится. Да ну, это гонило, я лягу, только запишу. Ну ладно, тогда стоим пока. Под вышкой можно попробовать. Качаем мульт. А, да, у тебя даже не сапог даже нету. Концентрация. Ну ладно, чуваки, тут. Это не я пикал, я сразу говорю, я первый крик у бары, я бы такого не пикал бы. Ну не будем их пушить. Нет, но... Я весь фармжакет давал. Хорошо. Сука, ну... Так и быть. У нас СС. Все. Сейчас сапог возьму и бегу к вам на топ. Я не знаю, что мне брать. Чувачки, я не знаю. Ну давайте стандарт возьмем. Колдснап найдем. Да, накину. Хорошо. Может, заберем. Ничего вот ну я, блин, промазал колдснапом. Ой! Все ясно. Ой! Барафидер, фу, рэп. Чуть-чуть промазал, ладно, вы видели там, ребятки. Короче, лёд был неплохой. Так, собираем. Давайте транквил буксы. Смотрите, он сейчас второй же снесет сучара, а? Блин, двое вард. Но мы в инвиз уже не будем убегать. Давай, бара, разгон! 5 секунд, когда. Давай. Эх, тут видели, я сам чуть-чуть перепутал. На одну, не ту, я думал, кинул я. ЕМП, ну я ЕМП, короче, не кинул, я ждал, хотя... Ну мы еще тут, может, и затащим. Смотрите, все, короче, не так плохо идет. Все, в общем, неплохо идет. О.
всегда комбо наше делаем. Давайте на Б сходим, что маны нету. Нужно, чтобы со мной кто-нибудь сходил и сюда. Я у вас тепло. Все, у нас МП есть. Пополним, ладно, чуваки, идем дальше. Дальше идем. Уже нам легче намного играть. Бегаем со всеми. Тебя ждем, вырываемся. Чувачки, бегаем со всеми, тут уже поодиночке бегать не годится. Чьи ворды в куре получилось таинство? У меня, блин, на бласт всегда рассчитано, видите, бласта не буду, значит, оно хоть мало, вот это, ЕМП. Но оно неплохо снесет все равно. Да я ничего не кинул, пипец. Можно было разрядиться. О, видите, разбор еще неплохо идет. Так, ну я, конечно, эту не буду качать. Вот эту штуку, но нахер не надо мне. Я на топ. Блин, на бот. Ну бежим, ладно, бежим. Ух ты, сука, смотрите. Попытается сейчас свалить, смотрите. Ой, МП, ой, там, блин. Хорош. Сейчас я на него по-любому кину. Ой, блин. Где он? Где-то тут-то. Эх, не достало. Вообще идет игра сейчас хорошо, чуваки. За меня, похоже, мне нубы играют. И это радует. Попала Сима, которая хоть более-менее шарит, как играть. Что можно не сильно переживать. Вот смотрите, у меня комбо есть уже. Вот тут кабанчик. Ой, блин, да-да-да, на кабанчик. Товары на детей 4000 компаний. Выслеч инже товарів на будь-які випадки на одному сайті. Продавець – український торговельний центр в інтернеті. Бейн, нам Бейн не страшен. Нокер хорошо разрядился. Видите, как я комбо делаю, чуваки? Торнадо кидаю, потом сразу же ЕМП, и потом Cold Snap. Не могу. Да, сука, убежит. Надо догнать. Он бы не убежал, у меня еще, сами видите, у меня торнадо. Так тут у бати торнадо. Я, ну если бы так попал бы, я думаю. Ой-ой-ой-ой, мы бежим. Тут комбо не выйдет хорошее.
Да, секундка, да. Да, я подниму его. О боже. На, замели хотя бы. Блять, ёбаная мама. Ну, был КД, 15 секунд. Блин, как это было? Такая полушапор, придурок, нахуй, что-то со мной. Ой, блин, глаза тут сука поставила глаза. Что купить? Да. Надо было хоть его слить. Не, форстап покупать не буду. Да, чуваки. Бара саппорт. Видите, у нас бара саппорт. Ну, бара, в принципе, ну, сами видите, он неплохой саппорт. Потом в лейте он может легко пойти в керри. Кого-то контрить. Конкретно кого-то. Например, я тут был. Хорошо. Так что хорошо получается. Бежим, бежим, мы на всех парах куда несемся, смотрите, все. Все на мясо. Опа. Чуваки. Такое мясо выпускать нельзя. Вот, видите, я как всегда подготовил комбо. Вот, ну что-то мне сейчас не получается его нормально кинуть. Кстати, Жага, ты будешь видеть? То ли мышка глючит, то ли сейчас вот это. Да не, я. Блин, вообще я не помню. То ли манка сейчас, то ли банка, то ли манка. Смотрите, как мы нахрен смысл все. Просто вроде как самые лучшие мои герои, но я думаю, я там много забылся. Ну просто там с Дизолем и с Мьёльниром урон умножается. Ну... Курицу, контроль курицы, чтобы она не умерла. Так, кинул. Да нечем. Нечем. Вау, сейчас на меня сольют. Ой, там же не... Потому что дестроили. Не, ну чуваки, я тоже там ничего, меня видели. Да ну нету бласта. Нету бласта, какой бласт? Какой бласт, о чем речь? Бам! Ну, считаю, что у нас инвокер саппорта идет. Ты, чуваки, саппорта идет. Ну, инвокер, если такой, он саппорта не пойдет сильно. Ну, там у меня сейчас нету... Ну да, я еще эту штуку не качнул. У меня сейчас нету усилка, ребят. Да-да-да, они тут малые, короче, не разделились. Блин, это изи. Это изи, чуваки. Опа, гвардейшка.
Ну я сразу тоже опять делаю это комбо. Ну я сейчас не могу сильно делать много комбо такой, потому что нету жилка, нету. Шо, ну инвокер я вам сразу говорю, чуваки. Инвокер на начальных левелах, пока нет у него аганима, он не решает, он никакой. Два скилла всего им можно юзать. Много вы не заюзаете. Смотрите, Сива. А мы осилим? Нет уже. Не, не стоит. Юзать Сива. Да, лучше по ходу пойти. Два скилла, чувачки. Сейчас я буду повесить. Я повесил бы на тролля. Парни и девушки, к вам идут. Блин, ну мне нечего вешать. Мне нечего вешать. У нас запалили. А вы черного или белого? Я не разделяю черное и белое. Ну да. А не страшно в черную это мафию туда прыгивать? Ну, врывайтесь. Забрали Рофа, видели? Но я догоню его по-любому сейчас, смотрите, а комбо все равно я не сделаю. Просто разрыв. Спасибо, я не виноват. Я такими героями, мы просто разрыв. 4-6 косаря, что купить? Вот что значит, короче, нормальная тима попадается, когда с любым пиком вытянем. Хоть кажется, у нас пик такой слабенький, да? Посмотрите. Слабенький пик, но если играть, чуваки умеют, да? Дота это командная игра, там более-менее все, наверное, сыграны это чуваки, да? Они сыграны, скорее всего, там 3. Либо мужчина уже приворожен. Надо снять эти программы, поставить защиту, то есть иногда $200. То есть тут от меня... Они нормально тут сыграли нанизу, я вообще не получал опыта. Их трое было, и они были уровнем такого, как я. Понимаешь, что девушка им достала Так, ну мне нечем помочь ему. Жигулёк или паренёк, чтобы человек как минимум Ой-ой-ой-ой, сколько их там. Проблемы моей личной жизни, когда она захотела, я... Смотрите, наш бар саппорт. Нет, для меня это не проблема. Проблема для моей второй половины. Бара про саппорт. Они ко мне стянулись, сможете кушать. Я не процент, но чувствую. Я помогу тебе. Ебать, у него сейчас разберут. Да ну, уходи. Инвок. Ой, блин. Я хочу, чтобы я не 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 хочу, чтоб
Блин, меня что-то не снесли. Ужас. Что у меня будет не через неделю, через месяц, через год. Это вообще весело. Он просто выживает ману, а урона не наносит. А я не знаю, у меня есть разные защиты. Вот поэтому ты ищешь. Ну, минус мана тоже решает. Таким мужчинам я смогу... Против кого? Который Луна, и Луна бьет с руки. Просто кидает ульты, стоит весь замес, кастует ульты. Другим еще не надо кастовать. Вообще, да ладно, Луна, Луна. Луна, она и первой тоже наваливает. Выносит врагам урон и восстанавливает 0.5 маны инвокеру. Да, 200 урона каждому. И посчитай минус 400 у каждого маны. Если они выжгут, там уже все, они кастовать больше ничего не будут. Нет, ну это массовый урон. Расскажи, как тебе угорать, дело так, что терять голову? 5 героев по 200, того минус 1000. Сравните этот урон с уроном Бласта и Метеорита, который может нанести в общем 7500. Ой, блин, а тут, наверное, я не знаю, глаза были и все. Блин. Да, он вот через здесь. Сейчас куплю, ну что это такое? Вот я мужчина, а работаю вот у женщин. Подожди, забери еще мой достык урой. Он начал просить деньги на бизнес. Я говорю, ну слушай, ну послушай, женщина, я выше меня. Сейчас он, смотрите, 550 маны сжигает. Трой, ты просто бросаешь. Ребятки, минус 550 маны. Это если попадут, это все уже. Это все. Дорогая, напомни, зачем тебе... Да, раньше было 400, сейчас смотрите уже сколько увеличили, минус 500. Просто мне найти тяжело, кушать лучше. Дома, если площадь, бы были у меня деньги, я бы тоже помогала. То есть ты собираешься просто на рукопашку, а не на ульту? Надо знать, что будет маршер или доминатор. Мешает наличие женщины, которая всегда пригреет, поможет, спасет. Вот смотрите, теперь пойдет игра. Теперь пойдет игра, я сразу говорю. С усилком начинается другая игра, ребятки. С усилком это другая уже игра. Мы сейчас можем все, что хотим. Хотим бласт, хотим, ну... Если что, могу сделать разбег. Если можно. Бэйна нету, можно. Если все сейчас стянутся быстро. Лина, потомство водолей. Солнечная водолей. Человек активный, плюс 3 миллиона. Дружный, дружный, общественный. Водолей, просрала. Интересный период. Возможно, вы назад не следили при вашем рождении. Сейчас будет другая игра. Ребятки, сейчас будет другая игра. Мы можем сейчас все что угодно. Вот сейчас добавим нашему, короче, ну. Ну, после усилка, главное до усилка добыть. То уже все. Блин, инвокера. Ну ладно, чуваки, тут еще надо с Токим приловчиться играть. Я уже тоже давно не играл, видя, что только разучился. Ну, мы не спешим, Витя, не спешим наши выносить. Пока мы просто так играем.
Не, я просто ни разу в Ару саппорт не собирал. Так-то. Блин. Хорошо, пойду. A rich Ну там, видите, там тот гем, тот варды поставил. Крендели, и... И такие дела. Смотрите, я буду в инвизе бегать. Потому что скорость намного больше, видите? Во-первых, интуиция, а потом у человека на лице. Это не всегда такой хороший. Это блять, я. Сука! Мимо. Ну да ладно. Да ладно, тут. Оооо! Я сейчас еще уйду. Нокер свалил. Да, многие, конечно, могут не поверить. Но я инвиз очень быстро делаю, если надо. Что? Александр, я знаю, что ваша избранница не только своего бывшего, главное, главное, это я даже думаю, может первым лучше усилок собирать. Я ДФ. Даже подумала ему первому. Усилок собирать. Да нет, усилок, наверное, нет, что я не слился сколько раз без этой херни. Когда я узнал на себе шампунь, я не буду платить. Хочешь, тогда им еще тут обратно, я предлагал забрать его в самолете. И вы хоть какие-то тогда тоже почему-то отказали. Александр, а как вы расстались? Да, надо было, конечно, вверх нести нам. Потому что мы один барак снесли, и это неправильно. Они уже лесу нас ждут. Это я ее останавливал, но просто. Да-да-да, ребятки, 2 секунды. ТП-шку сделал. Надеюсь, что понравится. Ну что ж, давайте посмотрим на этот подарок. Ну ладно. Ну, короче, вот я поставил и все. Палит Рошу. Хитрые они сейчас, ребятки. Ну тоже. Не такая и простая игра будет. Да, видите, после того, как я поиграл другими инвокерами, уже этим инвокером не сильно. Да, я не успел, блин, в инвиз. Но нас мало было, видели. Не, ну инвокер, он, конечно, сам... Сам инвокер, конечно, он никак... Этот не делает, он не дамагер.
Чувак, если б с нами вот это вот был бы, хрендели этот, мы б разобрали там бы всех. Мы еще можем тут даже и проиграть, эти барак не снесли, мы и топ, за топе не думаем. Постоянно лайн пушится сюда. Эти отбивают, тут фармят постоянно на нем. Что-то как-то Хекс вообще не спасает. Так что так. Ну а я фармлю как всегда на вот эту вот штучку. Вот это вот. Проблема, я ее взяла, она мне понравилась. Если человек берет к тебе девушку, он должен на эту большую штучку. Да. Так, как она хотела сделать. Там девушка какая-то тоже мутноватая. Учитывайте то, что на эту защиту, да, Александр, он попал в ситуацию, которая никак с ним не связана. Тянется шею, да, какого-то другого мужчины, которого он вообще не хочет даже принимать. На нем вообще на всю. И вдруг еще... Давай тогда фармим уже. Я тоже, видите, они что-то в последнее время инвокер не сильно нагибает. Где мой крип? Его слили. Да. Ну все, пойдем сейчас вместе, я уже собрал. Александр по солнцу ловит. Концентрация. Сильный, прямолинейный, открытый, говорит, то, что думает. Преданный детский и дамский. Любые находятся в середине черного мозга. Это говорит о том, что всегда ему попадаются партнеры, в том числе и брачные, также и деловые. Ой, засейвить, засейвить! Его партнеры попадают в первом это не детство. Девушка говорит, что это не детство. Бери сразу тролль. Ой, кого я поднял, ой. Ой. Да, у них там все у них есть. Инвокер, а ты хочешь собрать второй эффект или что? Не, хочу эту, короче, волну собрать. Шиву. Окей. Не, ну там, видите, я вырываюсь, да, толку. Толку никакого. Ну что-то, ну я не знаю, они такие, конечно. Ну урон инвокер не сильно наносит, я, вы же видели сами. Мой то, что я кинул, все прокасты. Это пипец. Так это он без рартов, взрослый. Ну как? С хектом. Сколько у нас хектов, мне вот интересно, чуваки. Ой, блин, это третий хект был. Не спину, а в лицо. Перестал дебил. Третий хект был. Да. С каких это пор? Други. Други! Ааа, все так вот покидали. Блин, меня! Кого ты? Ну я тут не пойму, на кого кидать. На босса. Тут не пойму, на кого кидать.
Смотрите, просто разрыв. Да пошли вы нахер. Ах, не успел. Но я очень быстро делаю. Инвиз. Я очень быстро делаю инвиз. Ну тут победа, вы видите, налегке. Наверное, мой вклад тут небольшой, да, в эту игру. 3-5. Ну тут я не знаю. Ну смотри, 24 все-таки. Ассиста. Тоже нормально. Так что я тоже. Тоже, короче, решал. По чуть-чуть. Ладно, чуваки, до новых встреч. Пока! Спасибо.